Всем привет, друзья! Вы снова на канале Чайный Эксперт. И в этом видео мы снова будем мучать смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Что мы будем в этом видео снимать? Во-первых, как я уже говорил, изначально у меня была наклеена вот так вот похабно данная защитная пленка. Вот, как видно, под ней всякие точки, вздутия. И уже, несмотря на то, что смартфон использовался не так уж и долго, появились уже существенные царапины. Вот. Работать с данным смартфоном становится все некомфортнее и некомфортнее. И я заказал, в прошлом своем видео я показывал, заказали мы вот такие защитные стекла вот для данного смартфона. Заказал я их 2 штуки, потому как из-за кривости своих рук, возможно, я одно испорчу, а возможно, буду проводить краш-тест. Ну вот, я еще подумаю, как я это буду делать на самом смартфоне. Или же отдельно на стекле буду проводить краш-тест, чтобы показать соответствие цена-качество данных стекол. Вот, стоит ли их покупать и существенно ли изменится качество, если сравнивать защитную пленку и защитное стекло. Также я покажу, для чего все-таки вот в комплекте поставляются вот такие вот стикеры, клейки. Вот, многие пользователи интернет задают такие вопросы, версий много, но я покажу, для чего они. Ну и давайте приступим. Вот, для начала, конечно же, надо снять старую пленку. Она нам уже не понадобится. Вот наш смартфончик имеет, в принципе, не поцарапанный экран, потому как защитная пленка была наклеена сразу же. Открываем наши пакетики, которые идут в комплекте с салфетками. Первое — это влажная салфетка. Ну и теперь берем вторую салфеточку. Вытрем насухо, чтобы не было разводов. Ну, и это уже как бы еще не окончательный вариант, потому как я сейчас буду еще примерять стекло, а примерять его нужно уже на ровной поверхности без защитной пленки. Вот смотрите, вот этим вот стикером примеряем вниз и соответственно пленка будет сдираться снизу этого стекла. Вот сейчас я сделаю примерки и приклею данное стекло
Вот, как я обещал, расскажу, для чего эти стикеры. А эти стикеры нужны для того, чтобы... Вот сейчас я примерил стекло, я его фиксирую. Один стикер сверху фиксирую на корпус, второй стикер сверху фиксирую на корпус. После этого я поднимаю стекло, срываю пленочку и дальше его отпускаю, и оно свободненько падает на наш экран уже в вымеренном точном состоянии. Оно уже ляжет на экран, не будет никаких перекосов, зазоры везде будут одинаковые. Вот, и нам не придется его лишний раз подрывать, еще раз переклеивать. Вот, поэтому очень полезные стикеры. Советую использовать их, потому как некоторые там скотчем каким-то пытаются сделать. Ну, в принципе, результат будет практически тот же, вот, за исключением, что от скотча потом остаются жирные, значит, пятна, разводы. Мне как бы не очень нравится. Вот. В данном случае лучше использовать, если вам производитель прислал такие стикеры, лучше использовать их. Ну и все, давайте посмотрим сам процесс. Итак, все готово к поклейке данного стекла. Еще раз проходим, убираем следы пылинок, песчинок, какие могли попасть. Все, ребята, момент истины. Снимаем нашу защитную пленку. Вот. И аккуратненько опускаем наше стекло. Вот. На видео вам видно, как оно начинает прилипать. Само собой, сейчас оно заполнит полностью, и мы попробуем выгнать оставшийся воздух, если он будет. Ну и в принципе, ребята, все. Смотрите, как аккуратно мы наклеили стекло. Сейчас мы отклеим наши стикеры. Аккуратно вот такими движениями боковыми, или лучше было сверху отклеить, чтобы не подорвать наше стекло. Ну и эстетики ради протрем наше вновь наклеенное стекло и посмотрим, как оно будет выглядеть.
Вот так, друзья. Стекло поклеили быстро, аккуратно. Ни царапин, ни воздушных каких-то там вздутостей, неровностей. Все отлично. Ну и плюс еще данного стекла, что он имеет формат 2,5D. Это означает, что он скругленный на концах. Смотрится очень хорошо, конечно. Вот. Единственное остается, посмотрим, как он будет практически себя вести в процессе использования. Вот. И как я обещал, может быть, проведу краш-тест данного стекла. Вот только вопрос, как. Или на данном смартфоне буду проводить этот тест, или же на втором стекле, которое я не наклеил, а оставил про запас. Кому было полезно данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. До скорых встреч, пока!